Итак, ребят, всем привет. Снимаю вот такое вот место. Проезжал на велике. И вот заметил вот такое вот здание. Кстати, я давно еще проезжал его когда-то. Но не знал, что это такое. Но там я сейчас, знаешь, что увидел? Там все какие-то пожилые люди, пенсионеры, рисуют что-то еще. Это, наверное, дом пожилых людей каких-нибудь. Ну, давайте я сейчас велик поставлю. Hello. Что же это за местечко такое, а? Там какие-то старики сидят. Здесь, ну, рискнем, может, зайдем? Hello. I have a question. What is this place? This is for old people. Are you saying old people? What is this place? Is this place is for old people? Yeah, hobby place. It's I guess to do your hobby, but I don't know the details. Ah, you don't know what is this? Yes? Okay, thank you. I don't know the details. It says hobby center. Ah, center. Okay. Ну, какой-то центр, короче говоря. Меня сам никто не знает тоже. Просто произнес и все. Там какая-то женщина сидит. Хотел, блин, зайти, но меня сейчас спалят. А, они готовят что-то? Ну, давайте зайдем, ладно. Инвалиды всякие, кто тут еще? Вот и здесь центр. Да, этот центр походил для инвалидов, для кого-то еще. Сейчас мы превратимся в нормального человека. А то ведь меня испугаются. Лестница. Поднимись. Оп, 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 оп. Что там есть? А, вот что здесь. А, а. Hello. Can I go for you doing? I travel here. I very interesting. What is this place? Okay, even have made it. Okay, thank you. Thank you. No, 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 no. No. Ah, okay. Снимать нельзя, извините.